на этой неделе наши политики успели все, что только можно. Поскандалить, поработать, даже столкнуться с масштабными протестами «Святая святых» в правительственном квартале. Впрочем, как раз такого эмоционального старта от политического сезона все и ждали. Ожидают и такого же продолжения, возможно, даже более громкого. Все-таки именно в этом политическом сезоне определится, кто, как и с кем пойдет на следующие выборы. И президентские, и парламентские. И главное, что заставляет политиков понервничать, это цифры. Вот, например, актуальная социология. Эти данные опубликованы уже в сентябре. Больше всего опрошенные социологами из Центра София симпатизируют батькивщине. Результат 11%. На втором месте оппозиционный блок с 10%. На третьем блок Петра Порошенко с 9% голосов опрошенных.